Привет, ребята. Понятно, что картина не самая лучшего, потому что она на маленьком формате, ну я еще разучился, но поддержите репостом и донатом. Могу просто продать этот пейзаж. Он придет почтой в конверте по почте России. Его можно в рамку поставить, он будет держаться. Краска, ой, мел вопреки стереотипам распространенным, он держится очень долго, так же как и краска. Это я на опыте своем проверил, потому что я рисую мелом уже больше 10 лет. А если покрыть чем-нибудь или просто хотя бы в рамку поставить, желательно в багетной мастерской, где есть небольшой отступ от нее и где есть паспорту, то вообще будет идеально выглядеть. Но вот это, конечно, для многих людей будет мрачняк, какой-то ужас. Но для тех, кто разбирается в готике, кто играл в нее, для них это все-таки. Но все-таки, конечно, это не идеально красивая башня. Просто материал очень маленький. Так кое-как изобразил. Но я думаю, у меня еще лучше получится в следующий раз. Ладно. Вот такая картина получилась. Куда ее положить? Сюда. Там уже у меня много накопилось. Много-много накопилось. Смотрите, сколько. Давайте я вам покажу. Это еще только начатое там. Вот смотрите, панорама. Из воображения причем. Просто из воображения. А это что? А, это синим цветом попал сюда. Он не должен был сюда попасть. Панорамы из воображения. Тут все есть. Для дикаря, корабли, монастырь магов огня, дорога, ведущая. Здесь водопады я пытался изобразить. Сейчас покажу, где вот здесь. Но видите, не получилось пока что. Скилла не хватает мне. Хотя в детстве у меня получалось хорошо изображать. Но если бы у меня была ручка. Ну ладно, неважно. Потом под куполом старый лагерь. Две башни магов. Ферма Анары или кого там, я не помню. Я уже давно не играл просто. Башня Ксардоса. Этот полевой жук. Здесь эти. Ну, здесь в свинюшек я изобразил. Я просто барашков, что-то у меня не очень пока что. Но я подучусь. И в город. Панорама с города, вот дом. Но вот это вот не должно было попасть сюда. Это просто с другой картины попало. Сейчас покажу, какая. Вот отсюда, наверное, попало. Это еще не завершенное. Это я просто экспериментирую. Смотрите, ну разве это не прикольно? Разве это не что-то новое? Ваш дневник дополнен. Плюс 75 опыта. Здесь тоже. Смотрите, вот отсюда приходит, он берет меч, подбирает всякие полевые растения. Здесь эти гоблины. Ну, гоблины я плохо прорисовал, но эти жуки полевые. Я просто из воображения их рисую. Плюс 75 опыта. Ваш дневник дополнен. Здесь сидит этот, который дает документ, пропуск в город. Здесь занимаются любовью в башне. Открытое окно. Здесь два стражника стоят. Здесь этот обрывчик небольшой. Вот полевые жуки. Стоунхенджа не хватает только. Здесь есть Стоунхендж. Вот он.
Разве это не прикольно? А там вон еще сидят делят. Ну, короче, блин, офигенно. Мне кажется, у меня происходит небольшой прогресс. Хоть и одно и то же рисую. Ну ладно. Просто вы не оцениваете что-то. Потому что, наверное, надоело одно и то же. Сейчас сфотаю это.